Часть пояса Пресвятой Богородицы привезут в Петропавловск. По преданию он принадлежит Деве Марии, Матери Иисуса Христа. Насчитывается больше 10 его частей, которые хранятся в разных уголках мира. Одна из них находится в нашей республике. 17 ноября в 14:30 состоится торжественная встреча Великого пояса. Будет произнесен молебен, который возглавит глава Православной Церкви Республики митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Пояс будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе 3 дня. Каждый желающий сможет прийти и поклониться святыне. Двери храма будут открыты с 8 утра до 11 часов вечера. А уже 20 ноября ее повезут дальше по епархиям митрополичьего округа. По благословению главы митрополичьего округа в Республике Казахстан, митрополита Александра Астанайского и Казахстанского, в город Петропавловск будет привезена великая христианская святыня, часть пояса Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Некоторое время назад, несколько лет назад, мы знаем, что эта святыня уже была в нашем городе. Многие североказахстанцы, жители нашего города и нашей области смогли приложиться к ней, но привозили ее в прошлый раз из Греции. А в этот раз митрополит привозит с собой ту часть, которая хранится у нас в Казахстане.